Концерты на колесах – это уже традиция. Вместо сцены – кузов военного ЗИЛа. Смуглянка, Катюша, синий платочек и, конечно, День Победы. Так в Бендерах поздравляли ветеранов в честь Дня освобождения города от фашистов. Первая остановка – дом Николая Королева. На фронте он воевал радистом-пулеметчиком, потом в танковой армии Первого Украинского фронта. Был ранен, День Победы встретил в Праге. И пока за туманами. Военные песни слушали всем двором, вспоминали своих героев войны. Они есть в каждой семье. Отец погибший, лебедь Яков Васильевич. Нас пятеро было, я на Украине. А родней у бабушки было 8-6 дочек. И 4 зятя у той, только 2 вернулись зятя. А отца, я не помню, чуть-чуть вроде, но мне было 5 лет. А это площадь освобождения в Бендерах, старт велопробега памяти. В нашей памяти навсегда останутся подвиги воинов-освободителей, мужество и героизм которых служат образцом беспримерной стойкости и несгибаемой воли. Велосипед – это образ жизни, а велопробеги – это как, ну, выезд, это здоровье, это, не знаю, встреча с друзьями, это хорошее настроение, тем более сейчас такой повод, вот дата освобождения Бендер, вот, встречается велосипедисты, мы проедемся по городу, возложим цветы, дань памяти, то есть это и символично, плюс еще это здоровье, хорошее настроение. Возложение у всех памятных мест в городе. На привале фронтовые песни. Здесь делились историями о боевых подвигах родных и близких. Оба деда Александра – участники Великой Отечественной. Оба погибли. Один под Курском, другой под Кёнигсбергом. Хорошее дело. Нужное дело. Так держать дальше. Отдыхать будем потом. Пятнадцать километров по городу – финиш Бендерской крепости. Велопробег памяти завершился концертом. Тут тоже были песни военных лет.